Мур, привет, друзья, с вами Зверько и рубрика ML Факты. Благодаря этой рубрике вы сами способны собирать нужные именно вам билды, поэтому пересматривайте разборы, даже если поначалу кажется, что все знаете. Итак, сегодня сравним два предмета, дающие нам пробитие. Это злобный рык и клинок Семиморья, если переводить дословно. По традиции возьмем Ли и эмблемы мага. Теперь для начала посмотрим урон без преодоления защиты. Берем 60 к физической атаке и смотрим урон по куклам. 184 по зелонгу с сотней брони и 226 по Лейле. У нее условно тоже есть броня, как и у любого героя, врожденная. В ее случае на 15 уровне это 59 брони. Покупаем рык. Теперь урон по зелонгу 225, а по Лейле 261. Урон по зелонгу вырос на 41 единицу, а по Лейле лишь на 35. Все потому, что рык позволяет игнорировать 40% брони. И чем у противника брони больше, тем рык полезнее. Кроме того, рык срабатывает и на навыки. Теперь смотрим чистую атаку, когда плюс 75 физического урона дают предметы. 192 по зелонгу, 236 по Лейле. Покупаем клинок Семи морей. И видно, что автоатака не уменьшает броню цели. Только после навыка урон возрастает до 217 по зелонгу и 275 по Лейле. Подсчитываем увеличение. Лишь на 25 единиц по зелонгу увеличилось, а по Лейле на 39. Но, к сожалению, бонус действует считанные секунды, и его надо обновлять. С другой стороны, сопартийцы, которые с вами в бою, также наносят повышенный урон в эти секунды. А когда у вас собран рык, только вы сами пользуетесь проникновением. Опять же, если у противника не 100, а 1000 брони, то вы игнорируете аж 400 единиц брони рыком, а с Семиморьем все те же 25 единиц. Вывод. Против сумасшедших Джонсонов и Гатотов и прочих обвешанных шипами, если вы дамагер, собирайте рык. А против сквишей лучше Семиморья, особенно если у вашего персонажа есть навыки массового урона. На этом все, друзья. Подписывайтесь на канал, делитесь видео по ML фактам и ставьте лапки. Всем пока!